Всем привет, продолжаем рассматривать картины художников, скульптуры Клементи Ислас Альенде «Боль». 1910 год, гипс 88 на 94 на 100. Клементи Ислас Альенде изучал графику и скульптуру в Академии Сан-Карлос. В годы студенчества в числе передовой творческой молодежи он боролся за обновление системы академического образования. В 1910 году художник принимал участие в выставке, организованной доктором Атлем в честь столетия с начала войны за независимость Мексики, и за высокое художественное достоинство работ был награжден памятной медалью. В композиции «Боль» воятелю удалось создать пластический образ, наделенный необыкновенной экспрессией. На запрокинутом лице сидящей на земле обнаженной женщины застыло выражение страдания. Произведение демонстрирует прекрасное знание анатомии, мастерское владение приемами композиционного построения скульптуры. Художник известен также своими графическими работами. Ну, вот такое описание к работе «Боль» Клементи Ислас Альенде я нашел в интернете, пользовался текстом «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.